Более тысячи лет не проводился общий собор православных церквей. Уже 80 лет ведется подготовка к нему. Она близка к завершению. В преддверии Всеправославного собора Свято-Сергиевский богословский институт и Лёвенский католический университет организуют международный коллоквиум с широким обсуждением тем готовящегося собора. Наша конференция – это попытка повлиять каким-то образом на мнение православного слушателя, интересующегося православного, и, возможно, на сам тот метод, каким образом этот собор будет проходить. Литургическая реформа, вопросы автокефалии и диаспоры, межконфессиональное общение, этика и аскетика в современном мире. Все актуальные вопросы церковной жизни в академическом осмыслении. Свободное обсуждение, круглые столы и дискуссии. Присутствие специалистов в православном богословии от других христианских конфессий. С 18-20 октября 2012 года. Материалы конференции смотрите на портале богослов.ру.